Так, еще раз всех приветствую. Ох, сейчас я вам расскажу. У нас есть интервью, правда, на японском, по поводу коллаба лучей со стерей. Ох, сейчас я вам расскажу. В общем, читала, конечно, я с переводчиком, поэтому детали опускаю. Но суть здесь такая, что это только начало, это был не единственный коллаб, они собираются это дело все объединять. То есть был вопрос, выживет ли Астерия вообще из-за того, что там сменилась компания, которая за нее отвечала. Да, они планируют, и они рассматривают то самое, что они сделали с Tales of Link, то есть вообще интеграцию. То есть не удивляйтесь. Это не значит, что Астерия прямо сейчас возьмет и закроется. Это значит, что ее реально лучи втащили на себя. Интервью большое, написано оно в позитивном, в общем-то, ключе между представителями обеих сторон, кто занимался этим эвентом. Они расценивают работу как, в общем, очень хорошую с точки зрения того, как были оформлены арты с обоих сторон, с обеих сторон, прошу прощения. То есть и как куски астерийского сюжета были поданы в лучах. Мне все это тоже, безусловно, понравилось. Но все-таки это были здорово разные вещи на разную целевую аудиторию. И сейчас они реально собираются втащить Астерию туда же, где Tales of Link. Дальше здесь идет разговор о том, что они успели единственного оригинального персонажа Астерии, которая Ории для них, не знаю, почему она единственная, но ладно, успели найти ей Сею и успели подать. Все, эвент у меня лежит. То есть они собой довольны более чем сами. Но здесь практически ничего не сказано о том, как фанаты к этому делу отнеслись. То есть суть, они собой довольны. И они будут продолжать. И этот эвент – это только начало, в принципе, коллаборации и интеграции лучей со стерей. Такая вот пьянка. Как реагировать сейчас сама, я не знаю. Вы знаете, что я в бешенстве просто с того, что вскрылось про Астерию на стороне лучей. Но, может быть, проблема действительно в том, что японский все-таки мне не родной, и я невнимательно читала сама Астерию. Там все-таки много, и с машинным переводчиком, может быть, момент про семьи от меня ускользнул, конечно, но не знаю. В общем, вы поняли, да? Обе стороны друг другом остались очень довольны, как прошел этот коллаб. Всем спасибо за внимание.